Мы сейчас уже вечер, получается, мы в Париже. И это Елисейские поля. Вот прекрасное место вообще. Насколько здесь хорошо. Я вообще люблю Париж, люблю Лондон, люблю Дубай, Абу-Даби. Вообще это страны интересные все, Эмираты, Англия, Великобритания, да, к примеру, а Франция. Больше всего люблю Италию. Ну, конечно, это класс. Сегодня, если кто-то, вы находитесь в тяжелом положении, вы смотрите, как вас атакуют какие-то мысли, атакуют какие-то чувства. Знаете, в чем выход? Выход всегда только в одном. Выход всегда, запомните, в одном. Это, знаете, что это? Смотри на Иисуса. Смотри на Иисуса. Ты смотришь на Иисуса. И когда ты смотришь на Иисуса, знаю одну вещь, все будет хорошо. Все будет отлично. Потому что когда ты смотришь на Иисуса, Он начинает действовать в твоей жизни. Он начинает действовать. Он начинает совершать чудеса. Дух Святой приходит, когда ты сосредоточен на Иисусе. Вспомни все, что сделал Бог. Вспомни все, что Бог сделал в твоей жизни. Вспомни трудные моменты, трудные времена. Вспомни все. Вспомнить все. Вот программа, которая включается у нас в тот момент, когда приходят какие-то безвыходные ситуации. И Бог всегда любил безвыходные ситуации. О, помазание Духа Святого пришло сейчас. Он всегда любил, и Он всегда любит. Он любит тебя, Он хочет творить чудеса. Через эти трудные обстоятельства ты всегда познаешь великого Бога. Вы знаете, я не переживаю насчет того, какие трудные обстоятельства постигают меня. Я вижу, как люди, они предают меня. Там помощники, эти верные, там вредные, это точно. Верные, надежные. Такие, знаете, семья настоящая. И вот они, как говорится, делать какой-то выбор странный, не в пользу Господа, не говоря уже обо мне. Вот, потому что, оказывается, жизнь — это жизнь. Как сказал один бизнесмен когда-то, он поступил со мной так интересно. Оформили на него, короче говоря, земельный участок, и потом я помню, звоню ему, а он говорит мне: а в чем дело? Я говорю: так у тебя на моем участке там стройка идет, говорю. Как же так, говорю? Это же мой участок, говорю, наш, вообще команда наша. Он говорит: брат мой, бизнес есть бизнес. И знаешь, многие люди приходят вот к такому, да, заключению. А я говорю: Бог есть. Вот к чему я прихожу. Бог, поругай мне бывает. Вот к чему я пришел. Я знаю, что такое служение. Как я прохожу? Я благодарю Бога за все сложные ситуации. За каждого предателя. Я благодарю Господа за каждого. То ли это больно, то ли не больно, что думаете, не больно, да, конечно, больно. У меня уже долгое время как не прекращается, да, там. Я знаю это испытание. Чем серьезнее служение впереди нас ждет, тем серьезнее будет всегда испытание. Испытание может быть крайне серьезным. И это будет говорить не иначе, как о том, что служение будет просто великим. Слава Богу, Богу. Чем ниже тебя Бог опустит, тем выше Он тебя поднимет. Глубина и высота. Нужно познать ее. Вот Бог, Он хочет, чтобы я познал Его в этих сложных, трудных обстоятельствах. Невозможно иначе, потому что можно многое знать о Боге, но познать Бога, ну, в этом есть какая-то ценность. Знаешь, нужно завоевать это, нужно это пройти, нужно на это согласиться, нужно потерять душу свою. Итак, друзья, знайте такую вещь, что любовь Божья, она в сердца наши изливается Духом Святым. Когда Дух Святой в тебе, ты должен знать, проявление Святого Духа номер один – это любовь. Любовь к людям. Любовь, а в 13 главе, 1 Коринфянам описывается, что она совершенна, она делает человека совершенным. То есть любовь, она независима от того, что человек тебе сделал. Ты по-любому любишь. Я понял даже из своего опыта в это время, что любовь Бога, она не перестает. Ничего ты не сделаешь. Положи карман. Ничего ты не сделаешь. Вообще ничего. То есть, когда ты видишь, как люди с тобой поступают, и ты вроде как наполняешься какими-то мыслями, чувствами негативными, но потом все равно эмоции проходят, все оседает, наш пыль оседает, все.
ты четко понимаешь, что все, что ты хочешь, чтобы Бог он помиловал каждого человека, который сделал зло тебе. Поэтому любовь, она царила в сердце Давида. Он любил. Он даже Саула любил. Любил, плакал. Ты должен знать. Исполняйся любовью.